На комиссию по профилактике правонарушений, которая состоялась в администрации округа, были приглашены представители силовых структур, а также сотрудники управления и отделов муниципальной власти, отвечающие за работу с населением. На заседании шла речь о работе по недопущению роста преступности среди всех слоев населения, в том числе среди несовершеннолетних. Первым вопросом обсуждались результаты пресечения продажи алкогольной продукции как отдельными лицами, так и сотрудниками предприятий торговли. С анализом состояния борьбы с незаконным оборотом алкоголя в округе за период с начала этого года и по настоящее время выступил заместитель начальника межмуниципального управления МВД России Щелковское Александр Тетеркин. За истекший период 2023 года осуществлено 58 рейдов, в ходе которых осуществлена проверка 165 торговых объектов. В ходе проверки данных торговых объектов за 9 месяцев 2023 года составлено 55 административных протоколов. Из них за нарушение требований к обороту алкогольной продукции 5 протоколов, за нарушение правил продажи алкогольной продукции 2 протокола и 48 административных протоколов за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. Докладчик сообщил, что из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято 1500 единиц алкогольной продукции, что составило около 800 литров. На заседании также рассматривался вопрос о профилактической работе по линии управления уголовно-исполнительной инспекции в отношении лиц, за которыми установлен административный надзор. В течение этого года сотрудниками правоохранительных органов было выполнено более 4000 проверок соблюдения гражданами этой категории ограничений, наложенных на них судом. На нарушителей составили административные протоколы и в случае повторных их привлекут к ответственности, в том числе уголовно-процессуального характера. С докладами об организации и проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и на профилактику в молодежной среде любых форм асоциального поведения, выступили сотрудники профильных комитетов и управлений администрации округа. Социальными педагогами общеобразовательных организаций ежемесячно ведется учет детей, пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам. В отношении таких несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа с обязательным привлечением инспекторов ОДН. Классный руководитель находится в постоянном контакте с руководителями, оперативно информирует их о посещении уроков и мероприятий, в которых привлекаются обучающиеся. Участниками комиссии была рассмотрена работа по выполнению осенней призывной кампании. Также обсуждалось взаимодействие органов местного самоуправления с территориальными подразделениями федеральной исполнительной власти, нацеленная на вопросы мобилизационной подготовки в округе. Были приняты решения и выработаны рекомендации, среди которых есть и дополнительные меры по оказанию всесторонней помощи семьям участников СВО. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.